Министерство культуры Забайкальского края планирует создать стратегию развития культуры и искусств в регионе через формулу 7К+Л. Это компетенция, кадры, коммуникация, креативность, коллаборация, качество, клиентоориентированность и лидерство. Опираясь на эту формулу, участники школы проектных решений сегодня на 4 площадках, которые назывались «Имидж», «Люди», «Дизайн» и «Территория», разрабатывали новые программы, обсуждали проблемы сферы культуры и искали пути их решения. Территория – это вообще не только про территориальное увеличение, да, не только про то, что культура должна быть везде, а это в том числе и про взаимодействие, новые формы взаимодействия между государством и частным сектором, между разными формами. То есть вообще стоит большая цель, чтобы гражданин, который живет в Забайкальском крае, он был гармонично развитым и вот именно человеком культурным. По итогам лучшие проекты и предложения войдут в программу «Стратегия развития культуры и искусства Забайкальского края до 2030 года». Это не про дизайн в узком смысле слова, это про дизайн как клиентоориентированный подход. Тут человек центричный, то есть все проекты в сфере культуры должны быть для человека, для посетителя, для получателя блага в сфере культуры. Представить какие-то амбициозные проекты с эффектом, может быть, вау какого-то, которые бы позволили, например, эти проекты транслировать на федеральный уровень, участвовать в различных грантовых программах, в конкурсах, которые проводит Министерство культуры России. Российской Федерации. Анна Бородина, Анатолий Тюльнев, РТК Забайкалье.